Ну что, вожделенный Москва-Сити все ближе. Я вам хочу сказать, что я, по крайней мере, знаю теперь вот эту тропинку любопытную, которая, собственно говоря, не очень-то и сильно полезна, потому что она приводит к железной дороге, где, конечно, очень, как бы, впечатляет, да, там находиться, понятно. Но, если честно, я уже запаниковал и не мог уже оттуда выбраться. А иду я с Воробьевых гор. Вот мне сказали, что тут можно выйти на улицу. Видите, она просто как будто бы вот теснится вот с этими домами, с колоннадой. А, вот здесь Кутузовская. Да. Здесь уже станция метро. Я что-то подспотел. Не знаю, блин, но сейчас в метро идти, я уже потный. Надо постоять, охладиться. И после этого, наверное, можно будет уже идти в метро. Да, слава богу. Странная, конечно, тропинка, которая ведет на железную дорогу. Ну ладно. Значит, это все предусмотрено. Ну вот. Вот я и выбрался к вожделенной цивилизации. Да, вот это вот метро. Кутузовская, все. Ну, сейчас посмотрим, как поступим. Может, дойду я до моста Багратион, не знаю. А там дальше, там международный, от международной. Тоже достаточно херово добираться. То есть я, получается, сегодня вообще без кофе, без продуктивных размышлений и с весьма сомнительным контентом. Потому что кого это все волнует, то, что я сейчас наснимал. Ага, вот тебе, пожалуйста, еще. Еще и. Ну, все, метро. И вот вам счастье.